Здравствуйте, уважаемые тагильчане! С вами я, Владислав Арифов, ваш президент, ваш слуга, ваш друг. Поздравляю всех тагильчан с 23 февраля. В России это День защитника Отечества, но в Нижнем Тагиле это День защитника яблок. Так вот, все, кто защищали яблоки от негодяев по типу Емельянова, с праздником вас! И тех, кто будет защищать в дальнейшем яблоки. А еще я хочу вам сообщить, что я нашел, вычислил, где живет Емеля, и уже выдвигаюсь к нему. Я его уничтожу и расстреляю. С вами был я, Владислав Арифов. Всем до свидания!